последнее время читал о Самуиле. И мне вначале очень понравилась история его мамы именно. Und am Anfang hat mir sehr die Geschichte seiner Mutter gefallen. Потому что у ее мамы было определенное состояние либо определенная ситуация. Weil die Mutter hatte eine bestimmte Situation. И она определенным образом реагировала на эту ситуацию. Und sie hat auf eine bestimmte Art und Weise auf diese Situation reagiert. И как она реагировала, я хочу с вами посмотреть. Потому что я считаю, мы можем от нее научиться. Weil ich denke, dass wir viel von ihr lernen können. И давайте мы будем читать. И я прошу кто-то на русском, чтобы вы читали первый Самуил с первого стиха. So, ich will mein jetzt 1. Samuel 1 lesen. Und читаем до 28 стиха. Vom 1. bis zum 28. Vers. Я не можешь? Ты по-русски хорошо читаешь? Давай, Надя, почитай. Самое главное, что кто-то читает. Будете? Кто читает? Был один человек из Рамафаим, из Афина, горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иератама, сына Илия, сына Топа, сына Цуфа Эфратянин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финана были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илия, два сына его, Офни и Финеас, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, всем сыновьям, ее и дочерям ее части. Аня же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, убеждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а это плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, «Анна, что ты плачешь, и почему ты не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илайжа, священник, сидел тогда на седалище, во входу в храм Господень. И была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала. Дала обет, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голос ее, то Илий счел ее пьяной. И сказал ей Илий, «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина своего». И отвечала она и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и сипера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорил доселе. И отвечал ей и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прощение твое, чего ты просил у него.
Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она путь свой, и дело, лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились пред Господом, и возвратились и пошли в дом свой Раму. Познал Элькана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я и спросила его. И пошел муж ее Элкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Элкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его груди, только да утвердит Господь слово, вышедшее из Господа. И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки, и мех вина. И пришла в дом Господа в селом. Отрок же был еще дитя, и закололи тельца, и привели отрока к Ибию. И сказала, о господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прощение мое, чего я просила у него. И отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. Я, когда у нас стало ясно, что у нас родится сын, я читал вот это место Писания. Als bei uns klar wurde, dass wir einen Sohn bekommen, da habe ich diese Bibelstelle gelesen. И мой муж определился, что его имя будет Самуил. Und wir haben uns geeinigt, dass sein Name Samuel sein wird. Я решил читать о нем побольше. Ich habe mich entschieden, mehr über Samuel zu lesen. И эта история мне очень впечатлило. Und diese Geschichte hatte einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Потому что это было еще время, когда у мужей было в этом случае 2 жены. Weil es war eine Zeit, als die Männer noch mehrere Frauen hatten und in diesem Fall 2. И мы увидели, что в связи с этим возникают определенные сложности. Und wir haben auch gesehen, dass dadurch auch einige Probleme entstehen. И сейчас мы уже понимаем и знаем, что муж должен только иметь 1 жену. Und jetzt wissen wir, dass ein Mann nur 1 Frau haben sollte. И эти 2 жены, они были разными. Und diese 2 Ehefrauen, die waren sehr verschieden. Пенина, у нее были много детей. Пенина. Пенина hatte Söhne. Либо, дети. И Анна у нее не было. Und Hanna hatte keine Kinder. И мы читали о том, что Бог закрыл ее чрево. Und wir haben gelesen, dass Gott ihren Mutterleib verschlossen hatte. И знаете, Пенина, она еще издевалась над ней, потому что у Ханны не были дети. Und Пенина hat sich auch über Hanna lustig gemacht deswegen. И она еще глубже вела ее в печаль, потому что она именно тыкала туда, где ее очень больное место. Und das hat Hanna noch trauriger gemacht, da das für sie eher ein Wunderpunkt war. И Пенина тут очень-очень больно делала Ханне. Und Пенина hat Hanna damit sehr weh getan. И знаете, в нашей жизни бывают тоже такие ситуации, что у нас чего-то нету. Und
in unserem Leben gibt es auch Situationen, wo wir etwas nicht haben. У кого-то нету здоровья. Jemand hat vielleicht keine Gesundheit. У кого-то нету мужа либо жену. Jemand anderes hat keine Frau oder keinen Mann. У кого-то какие-то другие вещи, которые для него важны, их просто нету. Und noch jemand hat andere Dinge nicht, die für ihn wichtig sind. И это, ну, это нам, для нас людей это очень сложно, когда ну, у нас что-то нету, именно вот такие самые, ну, очень важные вещи. Und für uns Menschen ist es sehr schwierig, wenn wir solche Dinge nicht haben, die für uns wichtig sind. И особенно, когда это касается, ну, ну, партнера, либо, ну, муж и жена, либо дети. Und besonders, wenn es um den Partner geht, also den Ehemann oder die Frau und Kinder. И, ну, я могу сказать по своему опыту, это очень такое, ну, для меня была очень сложная ситуация, но не иметь жену. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es für mich sehr schwer war, nicht verheiratet zu sein, also keine Frau zu haben. И потом ты увидишь, как другие ходят, и они встречаются, у них появляются дети. Und du siehst um dich herum, wie andere sich treffen und Kinder bekommen. И это, ну, это не просто. Und das ist nicht einfach. И я думаю, у каждого из нас есть вот такие ситуации, что мы, ну, что-то очень хотим, но не имеем. Und ich glaube, jeder von euch kennt diese Situation, wenn man etwas wirklich will, aber es einfach nicht hat. И я хочу с вами читать еще раз 10 стих. Wenn ich mich mit euch nochmal den 10. Vers lesen. И там написано, что в ее душе она, ну, очень стала, давайте по-русски, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Und sie war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Значит, мы есть люди, у нас есть эмоции, и да, они у нас есть. Also wir sind Menschen und wir haben Emotionen und die sind einfach da. И определенные ситуации вызывают у нас скорбь, печаль, ну, скажем так, не особенно радостные чувства. Und es gibt bestimmte Situationen, die in uns Verbittertheit oder Traurigkeit und generell negative Gefühle hervorrufen. И это, ну, мы есть люди, мы состоим из душа, тела и из духа, и это нормально, что у нас вот такие чувства есть. Und wir sind Menschen, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib, und es ist normal, dass wir solche Gefühle haben. И, но мы можем научиться от Ханны, как выйти из таких ситуаций. Aber wir können bei Hannah lernen, wie man aus diesen Situationen wieder herauskommt. И она дала Богу обещание. Und sie hat Gott ein Versprechen gegeben. И она очень сильно молилась. Und sie hat sehr stark gebetet. И мы дальше читали, что она пошла туда, где храм есть. Weitergelesen, dass sie zum Tempel gegangen ist. Und sie hat dort gebetet. И хотя ей было очень, она очень таскала, ей было очень тяжело. Und obwohl es ihr sehr schlecht ging und ja. Она не оставалась в этом, она искала выйти из этого состояния и обратиться к Богу. Ist nicht in diesem Zustand geblieben, sondern sie hat versucht, da rauszukommen und hat sich an Gott gewendet. И мы тут не читаем, сколько длилась вот эта ситуация. Und wir sehen hier nicht, wie lange diese Situation gedauert hat. Мы только читаем о том, что она приняла решение обратиться к Богу. Wir lesen
nur, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, sich an Gott zu wenden. И она могла бы постоянно смотреть на то, что у нее нету. Sie hätte weiterhin auf das gucken können, was sie nicht hat. Но она решила выливать то, что у нее есть перед Богом, но ее сердце выливать. Aber sie hat sich dafür entschieden, ihr Herz vor Gott auszuschütten. И как раз Марион сегодня пела с нами вот эту песню, где говорится о том, что мы выливаем свое сердце перед Богом. Und Marion hat auch heute dieses ein Lied gesungen, wo wir gesungen haben, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten. И это для нас очень такая необходимость не скрыть вот нашу боль, вот эти разочарования в себе. Und das ist für uns Menschen wichtig, dass wir diesen Schmerz, der in uns ist, mal rauslassen und nicht in uns behalten. И чтобы мы но его выливаем именно перед ним. Und es ist wichtig, dass wir das vor Gott tun. Можно, конечно, и делиться, но другими людьми. Das kann man natürlich auch mit anderen Menschen teilen. Но мы верим, что выход дает Господь. Aber wir glauben daran, dass der Ausgang bei Gott ist. И если смотреть на нее, она делала определенные шаги и пошла в храм. Und wenn wir Hannah angucken, dann sehen wir, dass sie bestimmte Schritte gegangen ist und zum Tempel gegangen ist. И тут написано, что она долго молилась перед Господом. Und hier steht, dass sie lange vor Gott betete. У нее было определенное усердие, определенное, но она вложила определенные старания в эту молитву. Она очень старалась. Und sie hat sich sehr Mühe gegeben bei diesem Gebet. Sie hat sehr viel reingelegt. И она вылила свои эмоции перед Богом. Und sie hat alle ihre Emotionen vor Gott gezeigt. И я уверен, что Бог, он может исправиться с нашей болью. Und ich glaube daran, dass Gott mit unserem Schmerz klarkommt. И иногда мы думаем, ну, я, это же святой Бог, я же вот этот весь грязь, я же не могу ему это все выливать. Und manchmal denken wir, Gott ist so heilig, ich kann ihm doch nicht diesen ganzen Dreck zeigen. Но я уверен в том, что Бог заинтересован именно в том, чтобы знать, как действительно мы себя чувствуем. Aber ich glaube daran, dass wir Gott zeigen müssen, wie wir uns wirklich fühlen. И он действительно хочет знать, как, но что у нас на душе. Und er wirklich wissen will, was wirklich in uns abgeht, was uns auf der Seele liegt. И она действительно передала Богу вот свою ситуацию. Und sie hat Gott wirklich ihre Situation offenbart. И дала еще обещание Богу. Und hat ihm auch noch ein Versprechen gegeben. И мы и читали, что Бог в конце услышал ее молитву. Und wir haben auch gelesen, dass Gott im Endeffekt ihr Gebet auch erhört hat. И он ее благословил. Er hat sie gesegnet. Это первый ее ребенок Самуил стал очень важнейшим пророком и судьей в Израиле. Und ihr Sohn Samuel ist auch ein wichtiger Prophet und Richter in Israel geworden. И Бог еще вверх ее благословил другими детьми. Да. Und weiterhin hat Gott sie auch mit weiteren Kindern gesegnet. И значит, Бог ее не оставил. Das heißt, Gott hat sie nicht allein gelassen. И я хочу вас ободрить. Und ich möchte euch ermutigen. Может быть, у вас все есть, а может быть, у вас есть родственники, которые еще не с Господом. Vielleicht habt ihr das alles schon, aber vielleicht habt ihr Verwandte, die nicht mit Gott leben. Либо, может быть, есть какие-то ситуации в вашей жизни, и вы уже
долго молитесь. Oder es gibt Situationen in eurem Leben, für die ihr schon sehr lange betet. Я хочу вас ободрить, чтобы вы поступили как Ханна. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr so handelt wie Ханна. Чтобы вы выливали это Господу. Dass ihr einfach euer Herz vor Gott ausschüttet. И чтобы вы не прекращали до того, что Бог дает эту победу. Und dass ihr nicht aufhört zu beten, bis ihr diesen Sieg habt. И знаете, Бог дал нам и общину для того, чтобы поддерживать друг друга, но в таких молитвах. Und Gott hat uns auch die Gemeinde gegeben, damit wir uns in solchen Gebeten unterstützen. Я сегодня уже говорил о том, допустим, Петр меня поддерживал в моем очень важном личном вопросе. Und ich habe vorhin schon erwähnt, dass Peter mir zum Beispiel sehr stark bei meinen persönlichen Gebeten geholfen hat. И мы друг для друга в общине можем стать, ну, такими помощниками. Und wir können in der Gemeinde füreinander solche Helfer werden. И потом вместе мы делимся печалью. Und dann können wir zusammen unser Leid teilen. И вместе это принести Богу. Und es zusammen zu Gott bringen. И вместе потом радоваться. Und dadurch können wir auch zusammen uns freuen. И в совместной молитве очень большая сила. Und in einem gemeinsamen Gebet liegt eine sehr große Kraft. И я же вам говорил в начале, когда я выпустил зов, чтобы люди молились для родов. Und ich habe auch am Anfang erzählt, dass als ich diese Bitte geschickt habe, dass ihr für die Wehen und die Geburt betet. Что потом прошло прорыв. Dass es danach einen Durchbruch gab. И мне одному было недостаточно справиться с этой ситуацией. Und mir allein war es nicht möglich, mit dieser Situation zurechtzukommen. А когда включились другие, ну, дело пошло. Und als sich andere mit eingesetzt haben, dann ging die Sache weiter. Но и для этой цели Бог дал общину, чтобы друг другу в этих вопросах поддерживать. Und auch dafür gab Gott uns die Gemeinde, um anderen bei deren Problemen zu helfen und zu unterstützen. Потому что мы не всегда, но если только один, устаем. Weil wenn wir alleine das tun, dann werden wir sehr oft erschöpft. И дядя Миша, он часто привел этот пример, когда войска, когда они стоят вместе. Und Michael hat immer dieses Beispiel gebracht, der Kämpfer, die zusammen aufstehen. И там есть вот щит, и они стоят в ряду, и они, как квадрат стоят, и щитом все закрывают. Und da, wenn mehrere Soldaten dastehen mit ihren Schildern? Und zum Beispiel ein Quadrat formen, um von allen Seiten geschützt zu sein. Они даже могут и наверх их поставить. Die können sie auch nach oben halten. И потом они ходят. Und dann gehen sie. И это, скажем так, ну, похоже на танк. Und das ist ein Panzer ähnlich. Потому что они, там есть большая защита, и внутри у них есть еще вот эти скобья, и они могут между этими щитами, они могут еще защищаться. Denn allein durch diese Schilder haben sie einen großen Schutz und haben auch noch ihre Schwerter oder Speere, mit denen sie sich ebenfalls schützen können. И я думаю, мы не представляем, насколько сильно, ну, вот когда люди совместно молятся и соединяются, но в одну цель. Und ich glaube, wir verstehen manchmal immer noch nicht, wie stark ein Gebet sein kann, wenn sich viele Menschen zusammenschließen. И мое желание, чтобы мы вместе были как Ханна. Und ich wünsche,
wünsche mir, dass wir zusammen so sind wie Hannah. Чтобы мы искали помощь у Бога. Dass wir unsere Hilfe immer bei Gott suchen. Поделились нашими сложностями с братьями и сестрами и потом вместе соединимся на молитву. Und dass wir unsere Probleme mit unseren Geschwistern teilen und dann gemeinschaftlich ins Gebet gehen. И этому я вас призываю и ободряю это und делать. Dafür ermutige ich euch und rufe ich euch auch auf. Потому что Бог слышит молитвы. Denn Gott hört Gebete. И когда мы вместе в единстве это делаем, und wenn wir in einer Gemeinschaft das tun, тогда прорыв сильнее придет. Dann kommt der Durchbruch stärker und schneller. С этим я вас благословляю. Аминь. Damit segne ich euch. Amen. Ich glaube, ich möchte ganz kurz was dazu sagen, das passt.